Сочи начал свою работу Российский инвестиционный форум. Главная тема форума в этом году – инвестиции в регионы. Стенд Рязанской области сегодня осмотрел премьер-министр Дмитрий Медведев. На экспозиции рязанцы показывают медицинского робота для проведения хирургических операций. Предоставляют гостям возможность совершить виртуальный прыжок с парашютом в честь столетнего юбилея училища ВДВ. Кроме того, на стенде представлена армейская беспилотная платформа «Вездеход Марс», разработанная конструкторским бюро «Аврора». По сути, это машина, на которой может быть установлено различное инженерное оборудование, какие-то необходимый инвентарь какой-то, и уже она может работать в зависимости от задач. Применяться для нужд МЧС, для нужд ВПК, доставлять какой-то груз в удаленные районы полностью в автономном режиме. Как передают СМИ, инновационные разработки рязанских инженеров заинтересовали Дмитрия Медведева. Естественно, посмотрел на наш прототип беспилотника, который Виталий представлял. Был приятно удивлен, я считаю. И мы рассказали, над чем мы уже работаем конкретно в Рязанской области в отношении такого конкретного проекта. То есть такой разговор получился о наших перспективах. Небольшой, короткий, но емкий достаточно разговор о наших перспективах, о нашем видении будущего Рязанской области. И я считаю, оно было поддержано. Также на форуме Дмитрий Медведев вручил награды победителям конкурса премии развития. Среди награжденных в номинации «Бизнес-успех» и рязанец, директор конструкторского бюро «Аврора» Виталий Савельев.